Олег Георгиевич, ну что же, очередной шаг, очередной, несмотря на результат, все равно это наверняка в плюс, потому что работа продолжается. Первые итоги по сегодняшнему матчу подведите, пожалуйста. Ну, я не могу сказать, что плюс, потому что все-таки мы проиграли. Но, конечно, игра уже была совсем другой, нежели на том сборе. И мы выходим из-под нагрузок. И, в принципе, то, что не забили в первом тайме, я думаю, что рефери ошибся, и там был чистый гол, когда Смолов забивал. Но, конечно, нам еще стоит много работы провести, что касается, конечно, командных действий. Вот, но определенные отрезки уже мы улучшаем, что касается игры в атаке, что касается игры в обороне. Конечно, здесь у нас еще есть над чем работать. Олег Георгиевич, следующие две игры с очень интересными соперниками, также Аустрия, Атлетико Бильбао. Как будете вести работу перед этими поединками? Как, что будет происходить? Ну, как я сказал, что мы бросаем нагрузки. И я думаю, что будем уже готовиться. Вот эти две игры, которые будут, уже будут играться с нами в нашем исполнении. Конечно же, уже более... Надеюсь, будет более другой футбол. Эти 2-3 дня, которые у нас будут, мы хорошо поработаем. И надеюсь, что та работа, которую мы проделываем, она принесет результат.